Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Это люди, одухотворенные, вдохновленные, тяготеющие к мистицизму. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Этим людям следует избегать мрачных темных оттенков. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Буква Н в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук М в имени воспринимается окружающими положительно. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Представители этого имени не жалеют средств на благотворительность, будучи в глубине души альтруистами. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.